Всем привет! Сегодня будем делать вот такую открытку для мамы. Для этого возьмем лист цветной бумаги или цветного картона и сложим пополам. Теперь возьмем обычный альбомный лист и нарисуем на нем мишку. Вот такую лапу, теперь круглую голову, два ушка, примерно вот так, и вторую лапу. Получился вот такой медведь. Теперь нарисуем на каждой лапе вот такой овальчик и три кружочка. С другой стороны точно так же. Нарисуем ему нос и такую мордочку. И по три точки с каждой стороны. Теперь приклеим или нарисуем глазки. И будем вырезать. Приклеим нашего медведя на открытку. Теперь возьмем фломастер и нарисуем сердечко. Можно сразу его закрасить. И закрасить розовым лапки. Теперь согнем наши лапки. Получится открытка с сюрпризом. И дальше возьмем цветную бумагу и нарисуем на ней сердечко. Вырежем его и приклеим на нашу открытку внутри. Приклеиваем и напишем любое пожелание или поздравление для мамы. Я напишу для моей мамы. Вот такая получилась у нас открытка. Легко и быстро.